поют, танцуют, рисуют, занимаются спортом и рукоделием, а при этом еще и успевают учиться на отлично в школах и колледжах. В Иванове прошел областной форум одаренных детей «Движение вверх». В этом году мероприятие приурочено к столетию системы дополнительного образования в регионе. Собрались самые лучшие школьники и студенты Ивановской области, за плечами которых фестивали, конкурсы, соревнования. И это дает им право сегодня и получать награды. Среди них «Надежда земли Ивановской», специальный знак, который ежегодно учреждается для 12 школьников и 12 студентов среднего профессионального образования, а также ряд специальных наград школьникам и студентам, которых мы условно называем «Открытие года». В фойе филармонии работают творческие площадки. По-настоящему увлеченные ребята даже здесь не могут быть без дела. Художники тут же сели за холст. И здесь я увидела очень интересный мастер-класс про рисование. Здесь в итоге должны быть большие красивые снегири. Я как учусь в художественной школе вдобавок к обычной, поэтому мне стало это очень интересно. В прошлом месяце на Международной олимпиаде по информатике среди юниоров ивановский лицеист Никита Голубев получил бронзу. Кроме того, молодой человек награжден золотой медалью первой международной школы информатики и включен в сборную команду России. Я взвешивал все за и против, но просто информатика у меня, с одной стороны, во-первых, гораздо лучше получается, во-вторых, мне, в принципе, нравится этот процесс, сам процесс. Когда ты пишешь код, когда ты пытаешься понять, как это работает. Не знаю, мне это просто душе гораздо ближе, чем другие учения. Также поздравления получили творческие коллективы системы дополнительного образования Ивановской области. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.